Кирилл учится на первом курсе факультета государственного и муниципального управления. Еще со школы принимает активное участие в общественной жизни города. Проходил практику в городской администрации. Он не только участвует в различных мероприятиях, но и помогает в их организации в качестве волонтера. А в прошлом году Кирилл занял призовое место в конкурсе «Гражданская консолидация 2016». По словам активиста, конкурс «Студент года» – отличная возможность донести свои идеи и проявить лучшие качества. В номинации «Первый среди равных» ему досталась тема «Космос». Он раскрыл ее в проекте астрономических кружков для детей-инвалидов и учеников начальной школы. Нам раздавали проекты, и мне досталась тематика космоса. И я решил развить вот эту тему, потому что это очень актуальная тема в космосе. И все меня поддержали. Я решил расширить масштабы проекта, естественно, набрать активистов из нашего университета. Требования к конкурсантам непростые. Студенты должны уметь заинтересовать публику и привлечь людей к общественной деятельности. Как говорит сам Кирилл, он не гонится за золотом. Главное доказать своим примером, что каждый человек способен на большее. Студента поддерживают однокурсники, родители и педагоги. Желаю ему только победы. Мы надеемся на это, потому что у него есть для этого все шансы. Мальчик за время обучения показал себя с хорошей стороны. Он добросовестно готовится к занятиям, ответственный. Отношения с ребятами в группе у него хорошие, активные. Финальный этап конкурса прошли 19 человек. Он пройдет в Краснодаре уже в декабре. Пока организаторы не говорят, какие испытания подготовят для участников в финале. Но педагоги СГУ уверены, Анапу представляет достойный претендент, который справится с любыми задачами.